Итак, привет. Сегодня будем делать обзор. Мы заказывали ИП Родин, по-моему, да, Варган. Вот мы получили. Вот так выглядит упаковочка. Ну, довольно-таки неплохо запечатано. Так, теперь давайте сейчас разрежем. Есть, Полин, ножик или что-нибудь? Чехольчик имеется в наборе. Прекрасно. Так, ну вот. Вот так вот он сделан. Чехольчик тоже упакованный. Все упаковано довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Так, это убираем. Ну вот. По поводу качества упаковки, конечно, очень хорошо, чтобы... Так, ну вот он вот так вот выглядит. Первый раз вижу орган. Первый раз видишь орган? Да. Так, как-то, ну, скорее Классный. всего. Я предполагаю, что вот это надо подтянуть, да, вот так. Ну вот. Тварган. 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 Не верится. Так, ну настроены вон, запаяны как-то, что-то сделано специально, наверное. Теперь будем играть. Ждите. Ну вот. Надо научиться. И чехольчик классный. Из дерева сделанный. Так выглядит сам орган. Во, все, отлично. Так Так, будем ну, красиво. чехольчик для него сделан вот так вот. Все неплохо. Итак, как играть на варгане? Ну, я первые шаги выдал. В принципе, берем его вот в таком положении. Вот, вот. И вот в таком. То есть, чтобы давилось на это. И живая. И Мотя зубы вытащила. Хм.
Кровь из губы. Меня? Да. Ну, все выключаю. Ну, вот как-то вот так вот играет.